началом я искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Всем здорово, друзья, с вами Дэн. Мы продолжаем играть в Лего Бэтмен за видеогейм. Продолжаем проходить эту игру. У нас первый эпизод, вторая глава. В предыдущей серии мы остановили... У нас кто там был? Глиноликий. Мы его остановили. Так, садимся в Бэтмобиль. Выбираем ледяной прием. Тут у нас, как я понимаю, будет Мистер Фриз, сюжет. И на Бэтмобиле мы поехали. О, да, вот Мистер Фриз. Да уж. Вот тут у нас такое нормальное описание. Хорошо, что есть описание, да, то есть нас знакомят со злодеями. Это прикольно. Это круто. Опа. Ага, следы мистера Фриза. Мороженое. Так, опять мы бьем злодеев. Ага, я понял, так. Так, что-то я тут ничего не вижу пока что. Да, господи. Опа, вот я и нашел. Это у нас для Робина костюм. Окей. А, ну, а, нет, смотрите, у нас вот какой-то новый костюм. А, я что-то не увидел, как он называется. Но мы это посмотрим в конце. Но тут у нас какие-то присоски на ногах. Как я понимаю, это чтобы ходить по металлу, да? Я просто что-то, ну, прохождение я особо вот этого именно не смотрел. Я хотел поиграть в взломанную версию эту. Именно этой игры, но... Ух ты, как это сюда должен допрыгнуть? Но... Что-то я искал, и вот... А, вон, нашел что-то здесь. Вот это я помню. Здесь, да, можно поэтому ходить. Вот, я искал... Но мне выдавало либо третью часть, либо вторую, но первую я найти не мог. Взломанной, поэтому... Так, нужно мороженки активировать, я понял. Поэтому сейчас играю, можно сказать, впервые. Так, ага. Машина загадочника. Ты чё пинаешься? Так, опять я в тупике.
Так, что можно собрать? Ух ты, я еще и супергерою это заполнил. Видимо, уровень будет коротеньким. Так, тут какой-то. Тут какая-то торпеда. Так, ну-ка, отойди отсюда, пожалуйста. Опа, сейчас будем надувать что-то, да? Ага, я понял. Нужно уничтожить эти две машины. А то действительно они что-то как-то мешаются слишком. Эх, гад, взял, убил. Так, 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 так. И быстренько берем и накачиваем. Отлично. Так, и что теперь? Ух ты, нифига себе. И чё он не забирается? Да господи. О, отлично. Ага. Так, тут нужно цвета одинаковые, я понял. А, все, мы можем войти. А, окей, окей, окей. Так. Можем что-то тут собрать. О, это уже для Бэтмена костюм. Отлично. Мне нравится. Новый или старый? А, новый. Новый костюм. Как я понимаю, он может летать. Ой, это немного не так работает. Окей, окей, я понял. Так, крутим. Это уже у нас было такое, то, чтобы крутить. А, нужно как раз таки опустить эту штуку, это она нас убила. Ух ты, нифига себе, она быстро обратно возвращается. Так, окей. Все, и полетели. Ну да, он так немного парит. Это не прям не полный джетпак. Так, для Робина открываем лестницу. Точнее, не открываем, а делаем. Так, 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 так. Нужно не забывать пользоваться батарангом, то он тут основная ключевая часть, чтобы что-то делать, да, то есть нам по-любому нужно применять батаранг. Я скольжу, я застрял на мороженом. Так, тут нам нужен костюм Робина. Отлично. Так. Сразу расправляемся вот с этими вот бандитами. Это даже... Типа бандиты именно мистера Фриза. Опа, да ну нафиг. Ой-ой-ой-ой.
Аккуратненько. Отлично. Ломаем мороженки, собираем, как я понимаю, ящик. Но это у нас такое уже было, чтобы что-то двигать, да, вот по этой вот штуке специальной. Хлобысь. Так, мы куда-то двигаемся. А, тут нам как раз-таки Робин нужен. Окей. Фига себе, он что, застрял головой сейчас в решетке? Так, у нас тут газ какой-то. Так, нужно что-то делать. Ага, и обратно его, да? Я понял, прикольная, прикольная тема. А, то он уже сам спрыгнет. Как красава, красава. Так, у нас вот опять как-то вентиль. Ага, тут один стоит, то я понял. Один стоит, другой... А другой поднимается. Так. Что-то я не врубился. Но вот он же спрыгивает. Почему? А тут по-другому и никак. А, нужно самому стоять, и я понял, он сам пройдет. Ну да, конечно. Так, окей. А, здесь что же, тоже что ли баг с прыжками или что? Так, окей, я понял. Да, тут баг с прыжками. Видео. Я вроде, я не помню, вроде здесь нужно было... Да, во, вроде все нормас. Опа, ну как на серфе скатываемся. Так, и зачем мы сделали нормальную лестницу? Так. Блин, прикольная пушечка. О, она даже Робина заморозила. А, нет, все-таки здесь умираешь. А что, типа надо заморозить, что ли? Да, 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 я так и понял. Ну ладно. Я просто думал, можно перелететь, но перелететь нельзя. Ой, я упал случайно. Так, я сразу вижу, что нужен Робин. Ага, окей, я понял. А, мы просто подняли. Тут не обязательно, нужно было цепляться, и так все нормально сработало. Так, вот у нас какие-то штуки. Так, что-то активировали. Ну-ка, давайте вот эту сюда подкатим. Хоба.
Ага, типа, что-то там сломали, наверное. Загадочник. А, и он убегает. Мистер Фриз. И его приспешники. У него пушка прикольная. С эффектами прикольными, типа. Опа. Давай подеремся. Отлично. Эту тему я еще со Звездных войн знаю, когда он делает что-то одному персонажу, ты переключаешься за другого. Так нам даже показывают. Как раз таки для таких, как я, для глупых. То, что вот, вот, пожалуйста, собирайте это, и вы пройдете дальше. Мы так и делаем. Ой, господи, не лезь. Так, а мы просто вентилятор сломали. Окей, так, тут я вижу для Робина что-то. Ага, нам пока что сюда, как я понял, не надо. А, вот он, типа, устает. Да ты не на того отвлекаешься. А, я еще, оказывается, из-за Робина тогда играл. Отлично. Он опять убегает. Что в этот раз? Ага. Ну тут, понятное дело, нам нужен Робин. И немножечко паркура. Прям совсем чуть-чуть. Это детали какие-то. Так, и здесь тоже... А, нам тут даже костюм дается, но у нас костюм уже есть. Так, тут мы можем что-то собрать. А, ага, это какие-то тележки. Окей. Нам таких нужно две, да? Вообще без проблем. Так. Оба. И покатили. Так, сразу уберем его приспешников, чтобы они нам не мешали. И катим дальше. Катим. Оба-на. Неужто мы будем на него ледышки опрокидывать? Это будет прикольно. А, нет, одну только. Ну окей. Хобана. Бабах. А, то есть прям поранцу его, да? С криогеном. Загадочник говнюк. Добили. Опять свою коробку кинул с загадкой. Уровень пройден. Свободная игра открыта. Так, нам даются новые костюмчики. Костюм планер. И магнитокостюм. Прикольно. Круто. Интересно. Супергерой. 100%. Супер набор героя.
один. Мы бонус один собрали. Всего запонок у нас 100 тысяч, да? Да, 100 тысяч. Так. Продолжить убежище. Зал заданий героя. Так. Третье задание, это у нас погоня за двуликим. Ладно, ребята, я вам говорю, если вы здесь впервые, то можете подписаться на мой канал, поставить лайк, прокомментировать. А с вами был Дэн, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока-пока.